Что такое первый лед и в чем его опасность для человека? На каких водоемах лед образуется в первую очередь? Сколько человек ежегодно проваливаются в водоемы по причине неокрепшего льда? Смотрите программу «Город С» 9 декабря в 18:15. Гость в студии Наталья Нестерова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области.